Я долгое время работал инспектором департамента здравоохранения. За свою карьеру мне довелось побывать во множестве больниц. Навидался я разного, в том числе и таких ужасных вещей, которые неведомы простому обывателю. Но никогда и ничто не сравнится с событиями, невольным свидетелем которых я стал в психиатрической больнице Фэрхейвен. Это та, которая сейчас называется Люкс Этерна. Я прибыл туда в 1926 году, следуя своему служебному долгу. В департамент поступали жалобы на чрезмерное количество пациентов и дурное обращение с ними. Однако репутация Фэрхейвена была запятнана задолго до того. Психиатрическая больница Фэрхейвен открылась в 1911 году. Первым ее пациентом стал очень агрессивный преступник по имени Джек Йейтс. Он должен был стать блестящим примером того, каких высот наша медицина достигла в лечении психически больных. Безусловно, опасные пациенты содержались под охраной. Но, к сожалению, это не предотвратило несчастный случай. Однажды, когда к директору больницы пришла жена, Йейтс каким-то образом вырвался на свободу и убил ее. С тех пор никто не знал, что произошло между Йейтсом и директором до моего визита. Когда я приехал, у двери меня встретил директор Уоллес Хелстед. Возможно, из-за того страшного удара, пережитого много лет назад, он выглядел таким же опустошенным и неопрятным, как и его несчастные пациенты. Инспекция началась. Во время осмотра помещения я не мог не заметить, как он нервничал, когда я проходил мимо маленького чулана для щеток. Естественно, я решил выяснить, в чем тут дело. Я приоткрыл дверь в чулан и чуть не лишился чувств, потому что из маленького закутка вырвалась такая мощная волна запаха человеческих экскрементов. Я ужаснулся тому, что увидел в тусклом свете лампочки. Истощенный человек в цепях лежал на полу на куче собственных испражнений. За много лет, проведенных без солнечного света, его кожа, волосы и глаза стали молочно-белыми. Можно сказать, что он почти уже потерял человеческий облик. Бедняга пробыл в оковах так долго, что они вросли в его кожу. Я не сразу понял, что это подобие человека и есть Джек Йейтс. Приехала полиция, доктора Хелстеда арестовали. Впервые за 15 лет врачи вывели Йейтса из крошечного чулана. На полу, там, где он лежал, навсегда остались очертания человеческого тела. Когда с несчастного попытались снять оковы, он не выдержал шока и умер на следующий день. Я видел, как замуровывают его тюрьму, и все делают вид, будто ничего особенного не произошло. Я очень надеюсь, что несчастье наконец обрел покой, ведь персонал больницы утверждает, что из-за стен до сих пор доносятся душераздирающие крики.